Всем привет. Всем привет, друзья мои. Это Stalker 2. Продолжение на канале Getman Games. Зовут меня Анатолий. Что мы там походили, что-то по бункеру. Не помню, что мы там поделали. Короче, кого-то убивали. Сейчас нам наша задача. Найти артефакт в аномальном поле. В аномальном поле, короче, найти где-то вот это. Стрелочка туда, что ли, да? Так, надо полистать, что у нас вообще есть. Что есть у нас? Кью. О. О, датчик. Так, давайте лутать будем. Вот это что-то похоже на... Опа. Помните эти звуки со сталкера? Так, у меня персонаж жать, конечно, хочет. Перегруз уже имеется. Где ты? Появись. Я горю, нет? Жопа горит моя. Я не нашел артефакт. Ну, красиво, конечно, красиво сделано. Не артефакт. Не, почему я не вижу? Обычно они тогда появлялись. Очень, конечно, это все странно. Либо он мне просто показывает, что здесь жесткая радиация. Ладно, давайте посмотрим. Там, ну, на удобно я сейчас потыкал кнопки на колесо. А, мыши включается фонарик. Мысли. Ух ты. На. Этот разбить можно, нет? На, открывайся. Не хочет. Ладно, пойдем дальше посмотрим. Оба, здрасте. Кто есть? Кто нету? Есть пожрать? А пожрать? Мне надо жрать. На каком-то поле надо найти, короче, это. Радиация! Уровень радиационного облучения. Так, ну метка-то мне он туда показывает. Значит, вот на этом поле есть артефакт. Используйте фигню, чтобы избавиться от традиционного облучения. А, водку в смысле использовать. Да, давай сейчас. Бухнем. А как тебя использовать? Ой, не закусывай вообще прям. Где-то здесь артефакт, но я его в упор не вижу. Это баг? Можно здесь эту штуку поставить, нет? Нельзя. Знаете, что я сделаю? Чуть-чуть звук скину. Центов на 85. Бочка, это есть артефакт. Все, я нашел артефакт. Оба, вот он, слизняк. Я говорю, как раньше в сталкере было. Работает, если находится специальное техническое снаряжение. Поместить его туда можно в инвентаре. Где мой калаш? Калаш? Я домой. Ой-ой-ой, персонажа повело. Прикол. Еще один не вернется из зоны.
Не, я среагировать не успел. Надо калаш включить сразу. От лицо все. Я знаю. Я не ждал. Но я слышал, какое-то тело там забеликало. Так, дубль 2. Так, теперь мы знаем, где у нас артефакт. Да прыгай. Калаш взяли. Взяли. Гули. На. И все. Беги. Беги, Толян. Меня замедлили. Разворачивайся. Есть. Да, перезаряди быстрее. Фу, все. Так, бинт. На чем бинт? Бинт надо. Так, ты закололся. Хорошо, бинт использовать. Бинтик. Использовать. Оба. Снаряжен, но там почему-то... Либо двойное нажатие, либо что надо почитать. Ах ты, ага. Ну вот и валяйся здесь теперь, все. Я теперь врач хочу. Пип. Так, ага, ну метка туда теперь показывает. Пойдем, мы тут тело видели. Здесь мы уже облутали все, посмотрели. Забираем, идем дальше. Опа. Все. Умею я ящики с ножа убивать. Вот твой пацан. Ага. Погружение вообще, друзья, эпическое. В атмосферу, ну просто прям. А я-то с кофеечком непередаваемо, знаете, ощущения такие. Да, это поиграть надо. Радиация. Тут еще? Это что? А-а-а. Ну-ка, а может мне надо вот эту штуку поставить здесь? Как тебе поставить? Подойдем поближе, посмотрим. Подожди, артефакт же написано было в ячейке работать. Что дает нам? Радиация, радзащита, короче. Слабенько, но... Не обязательно провести сканирование на точке номер один. О, вот она, точка, походу. Установить. Оба-на. Красивый топаст, ничего не скажешь. А чё, почему там китайские буквы? Вау! Убежать надо, стоп, дрова. Нифига. Йоу. I'm okay. Is the charging always this noisy? Вот это дела, да? Дождаться завершения работы. Завершил? Ай, господи. Тут с кнопками пока напутаюсь. Просто радиация, да? Забирать можем его, да? О! Забрать сканер. Павел, это ошибка, короче. Блин, а что такое? Йо! Интересно, очень даже. Это что было? Почему мы умерли? Надеюсь, не сейчас с этим мутантом не надо выбить. Нет, понял, да, мы сейчас у топаза. Появились, сейчас топаз ставим, отходим, короче. Надо было, может, взять и отойти назад, а я что-то вперед пошел. Меня и шибануло, видимо, током. Убегаем. Сейчас он нажмет комбинацию.
Прокачаемся пока походим. О, идеально. Персонаж как раз голоден. Проверь сканер, говорит. Два кусочка съела, хорошо. Так, ну надо сохранить, друзья. Мало ли что, да? Там написано забрать сканер, надеть артефакт. А, я не надел артефакт, да? Потому что мы же... Полево какое-то, но там поле везде заражено, а здесь более или менее можно пройти. Что, забираем. И назад ходим, а не вперед. No. Пойдем, отходим. Блин, вот это молния. Веду к следующей точке, сохрани. Так, а есть тут... А, семерочка. А, я помню, ты нажимаешь. О. Прикольно, ну-ка. Нифига, это я Т нажал. Так. Давай сразу с калашом пойдем. Греха подальше. Оба. Ну, фонарик как будто и дали. Либо враги, враги, вражины. Так, выключим. Оба. Готов. Нет, нет, нет. Готов. Граната. Йо. Конечно. В смысле? Конечно, друзья. Ну, перестрелка такая пока непонятна по ощущению. Так, ну можно полутать, думаю, да? Поднять. Лутать, колбаса, ништяк. Так, поднять. Все, забираем сейчас, заберем с трех трупов, а потом уже посмотрим, что можно выкинуть, что нам нужно. Что оставим. Вон там они у костра сидели и почивали, я так понял. Но ранят меня быстро, прям конкретно, я смотрю. О, еда. Патроны. Отлично. Это очень хорошо. Так, ладно, посидим, залезем в сумочку, посмотрим, что... Приказали, дали? Нифига себе. О, гигантская какая. Так, давай похилим его. Поехали, смотри, что мы взяли? Калаши. МП5 взяли, да? Вайпер 5. Ну, он что-то тут... Ага, разрядить. Выбросить. Разрядить, выбросить. Значок-то убитый, да? Прочность на нуле, считай. Разрядим и выбросим. Так. Это что? Есть попить, хлебушек, колбаской закусить, там все кого, все что нужно. Ладно, что идти надо. 160, жди. А вот это 32, 30 и 72 точнее. Ну такое, блин, не нравится. Я вообще не люблю мушки, это просто, друзья, в какие шутеры бы не играл, мушки, ну это не мое, прям. Блин, радиация. Она меня жрет. О, музон играет. Оба, где? А, здесь это тело, которое управляет, короче. Надо найти его. Кар такой, он управлял, он поднимал предметы. И кидал персонажа. Time to plant the scanner and get out of here.
Мотор, да, с такой? Можно выключить? Честно, маленько напрягает он меня. Бежим по метке. Ёб, блин, нифига меня зарядили. Антирадинчик ухапнем. На всякий случай. Что, там в пещере, что ли? Японский был. Ну ладно, пойдем что. А, нет, не пещера, так, ущелье. Прямо дичь на меня выпрыгнет. Блин, ну хп махом уходит. Вот здесь, я так понял. Потому что мы тогда, друзья, ставили на такую же. И что-то мне есть подозрение, что с каких-то этих нож сейчас как бы вылазят. Волошин, здорово, здорово тебе. Давай установим сканер. Да ем, я на Е нажимаю. Ай, господи. Ну что, пока привыкнешь, все бы ресурсы съешь. Давай, тыкай там, что надо. Нифига себе, скальпер. Оба. Йох! Ё-моё, горю. Пукан горит, вот оно, да, эта вещь? Да пукан горит, друзья. Все, появился у нас. Платные координаты. Липою пахнут. Наебало. Бежим. We'll find out soon. Ё, блин, да везде эта радиация, индикатор показывает уровень. Я так понял, у нас заполнение... А, вон она, вон она. Понял. А. The place is swarming with soldiers. Ты зону уже не выберешься, понятно. Just one spot left. Так, давайте. Пользуем. I've got nowhere to go back to, Herman. Over and out. А у нас тут ночь постоянно, если меняться будут, нет, они день, ночь, ночь, день, там, блин, ну красиво все равно, друзья, в итоге сделано все достаточно приятно. Блин, а там шаттл какой-то. Посмотрите, вот эта аномалия впереди меня стопудово. Куда не надо? На стороночку. Ой, это кладбище захоронения. Лес живой, прям слышно звуки, класс вообще. Не, ну достойно сделали, я скажу. Идем на могилку, не наступить бы, блин. А. Это база, походу, да? Скорее всего, даже военная, да военная. Сейчас тут полутаем, а будем приклеим. Вот здесь, наверное, ставить надо будет. Ну, сначала давайте лутанем. Что тут есть? Так, здесь труп, который лутать нельзя. С ароматами ванили. Оружейная, я вам скажу, да. Окно открыто. А, есть предположение, что можно в окно. Смотри. Ага. Фраза. Да, да, да. Тут даже подготовили для нас. Смотри, что. Патроны. Их. О, приятно. Летные патроны, все такое. Ну, нормально, немного полутались, пойдет.
Но, в принципе, не до жира, друзья. Так. Блин, очень-очень хочется каждый уголок пощупать, потрогать, посмотреть, повникать. Да, я. Призрак, фонарик только отрывается. Давай ставим, короче. Беги! Вообще взорвется как будто. Нифига. Эпично, да? Эпик гейм, короче. А? О, по-моему, рассветает. Это мой сканер. Жмай стреляй. Где мой калаш? Ну убью. Это не я. Видали с вышки с лазера тот долбит с оптики. Граната, ништяк. Дымовая, да, походу? Забирай. О, красиво, красиво, друзья. Вот и все, мультик нам замутили. Во время прям игры. Неплохо. Ну, чтобы ты так не сделал красиво, ты так не делаешь красиво. Сдали, короче. Последний суд. Оба. Винторез убери. Винторез убери. Ё-моё. Мой термо забрали. Почему не убил? Странно, не убил. Почему? Зачем не убил? А за чего не убил? Блин. Думаю, отдай, слышь. Придешь меня. Бля, Игорь. Нож, нож. О, аномалия. Жиен. Ох, бля. Вот так обед может. Ни хрена ж. Ну ни хрена ж себе ж. Ты еще что за такой-то? Ангел-хранитель. Лови болт. Вот теперь у нас будет болт. Давай намали, пока она перезаряжается, беги, понял? Понял. О, рассвело, вот это радует. Это радует, друзья. Так. Болт обнаружили, так, границы. Откройте радиальное меню, выберите болт. Пью. О. Все меня разорвет на куски. Блин. Быстрее. А у меня ничего нету. У меня ничего нету. Жесть. Да, но я так далеко не пройду. Она же вроде перезаряжалась. Да, стоим. Настоящий сталкер. Подходи, поговорим. Где ты? Где ты? А. Здорово, чё? Рихтер. Знал, что у тебя получится, но хорошо не знал. Надеялся, как себе. Занесут-то вообще. Снега-то где, ё-мы?
На меня напали, не твое дело, долго рассказывать, не нужно найти одного челдобеса. На меня напали. I was attacked while on a job. I got hit in the head, and when I woke up, I was in almost nothing but my birthday suit. You're lucky they didn't kill you right away. Повезло, что не добили, честно скажу. Либо в залезь и заглянуть, у медика проверишься и барменом потолкуешь. Может, мы нападавших знаем это? Оба. А залезь иди. Стой. Я за тобой, да? Так. Право-лево. Следуй за незнакомцем. Отлично. А мы тут ходили, нет? Да. Да, так мы же тут и шли. Опять мы к этой вышке идем, короче. Где моя вся снаряга? О, пузырь. Ура! Можно бухать. Опа. Didn't you? Shit. The timing couldn't be any worse. Да, фонарик хоть здесь. Да, трупы так и лежат, короче. Bastard shot him at point blank. Then took everything. Упор стрелял, засрали, все забрал, все солнце. Твою ж мать. The entire lesser zone is gonna have to clean up this mess. Why is your ass still here? Head over to Zalesia and keep your mouth shut. Ты протираешь. Пусть Залесия об этом все, так ни слова, иначе тут. Понятно, а где мне твою Залесия-то найти, ё-моё? Карта есть. Тяжелое пробуждение, основное задание. Это чё? Мало... Нифига так-то, карта, да? Это чё, ЧС у нас? Или вот ЧС? А вот ЧС станет, понятно. Малая зона. Вернемся. Где-то тут мы пошли с разлома тудым-сюдым. Ага. Это игрок, да? Дорожка, локация. Небольшая заначка. О. Пошли-ка в заначку. Короче, голышом ходим вообще от слова совсем. Ничего нету. Можно вот это взять, нет? Шляпа. Ничего нету. Вот она. Ну вот она. Вот уже обживаемся, друзья. Красиво, конечно, ничего не скажешь. Ой, как ярко. Это Залесия? Бар Залесия снова открылся. Умный сталкер. Первый стакан после выброса за мой счет. Отлично. Опа! Мысли? Это что за нафиг? Ну-ка, братья мои, сестры. Надо вот так сделать. Это дела невообразимой важности. И газа, война какая-то. Да, блин, стоп, кто поставил? Килочка. И пистолет есть, да? Да я же не знал, что ты сейчас появишься. Ёпарусы ты. Его когда ранят, он вообще как телега. Не петь, не ходить, не танцевай. Все, зря я это использовал. Бля, почему бинт-то не могу использовать? Мне надо бинт вот так использовать. Брось пушку. А что прилип к персонажу? Не могу повернуть. Что заберем на? Что нас заберем на? Помощи он не ждал, а я только и могу помогать бедным да нуждающимся. Здорово, Кент. Что, оружие убрать надо? А как тебе такое? Ты убрал? Жорик. Неплохо, да. Я сам не ожидал тебя. Не, начинает, короче, если в него попадает, прям начинает прям плыть персонаж. Ну, как бы, блин, в жизни, конечно, так было бы точно. Ты бы решишь, так, чё? А. Обычно в зоне мимо чужих проблем ходят. Свои бы решить. Этот недавно, да? Чё они хотели-то вообще? Что там по... А бар, валы, ну, ботинки, сыновые, стервятники, зоны, что от них ждать? Да я не совсем по
Читаю дословно, друзья, так от себя накидываю в трех словах. Да, я недавно здесь. И так и понял. На всякую шелупу нервно не первый раз гоняешь. Спасибо, что помог. Конечно. Звук у тебя серебряный, давай выбьем. Знаешь, что-то глина, может, ты мне еще разок подсобишь? А, ну там как бы, ну... Задание, давай, поехали. Ну, давай, Рейчел. Рихтер, Мурый и Жорик. Рихтер is his right-hand man, and we just joined SPA, a group. Сквинт и Рихтер took off somewhere in the morning. Куда-то свинтили. Короче, двое свалили, бандосы напали. Искер ступить, он хмурый, у них. Короче, хмурого захватили. Что-то с ножа кроме да-да-да не делали. We need to rescue him and make those thugs regret it. Gloomy will find a way to return the favor. Понятно, помните, кто играл? Сталкер, Тень Чернобыля, там сразу человека тоже спасаешь, заложников. Идешь в деревню, там спасаешь заложников, короче. Заложников. Так, в деревне тоже берешь, половина патрона все же полагается. Где, там? Я пропустил. Добраться до котельной. В котельной, да, я так понял? А, так у вас тут почта, ну, уже. А мне посылка с Валдвиз должна прийти. Куда придет? Котельная. Так, основные опасности. Патронов нет. Этот еле жив. Ой-ой-ой. Ломанный какой-то. Надо лутать все, друзья мои. Лутать все, потому что здесь много хабара. Хабара много. Графони, друзья, конечно, не топовый, но, как вы есть, друзья. Да, что там? О, припасиков немножко. Отлично. Ну, красиво вообще, ну, мне нравится, друзья. Я пока получаю удовольствие от игры. Но это, посмотрим. А, дом с радиацией, да? А, я нажимаю Т, могу что-то выбрать, да? Или патроны пока не будем перезаряжать, потому что... Я перезарядил, какая разница? Кто тут пиво пил? Печки есть что? А тогда была... Такая печка для Ивана Дурака, да? Как в сказке. Ладно, пойдем по знаку. Так, вертушка. На вертушку. Опасно, да, идти, наверное? Давай почитаем. Проход запрещен. Небезопасная зона. Ну и не пойдем тогда. Ну, похоже маленько, да. Квестики. Похоже сделали. А, вот. Вот тут, наверное. Сота, вот она, да, надо убивать. Это меня, говорит. Вон он, да? Тебе гранату кинь. У меня патронов-то нету. Алло, бля. Надо срочно лутать трупы. И убегаем. 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 Инвентарь. Индик. Иначе кровью стекет. Уау. Колбаса нормально, я люблю такую. Он где-то есть.
помню. Приезжай. Это свой... А, это Кент наш, все. Или по всему мы справились с заданием. И пока там, наверное, это самое. Здорово. Здорово, друг. А, ладно, уберу уже. Мурый, привет. Кто тебя послал? Риктер? Или этот ассол Жорик? Жорик. Жорик, я тебе переживал. Жорик попросил меня тебя выйти отсюда. He asked you to wipe his ass. Вот он тебя попросил вытереть. Ты уж урод, выбросил надуло. Jorik lost a one of his cards in garbage and figured he could hide out here. Well, the fucker was completely wrong. They didn't get him. They got me. What you looking at? Expecting a reward? Check the togs. I'm just glad they left me my suit. Wait a sec. They didn't take the detector. Артефакты забрать надо. Детекты не забрали. А, у меня там вообще все забрали. Меня все забрали, друзья. А, детектор Отли тоже сойдет. Да, да. Подожди, а у меня есть детектор? Нет, у меня нету. Нет, это другой, берем. That'll do. Hand it over. Here you go. There's an anomaly in the cave. Appeared right after the emission. Ага, в пещере, надо бы в пещеру заглянуть, друзья. Да, пожалуйста, чёрт. Давай, давай, братан. Что? Ну что, жопа ушастая, давай, ковыляй сюда. Come on, look here. Why don't you come a little closer? Let me get a better idea. О, да, друзья. Да, да. И мы живем. Живем. Столько лута. Грены, не грены. Аксессуары. ТП. Ага, все, я понял. Так, вот они, аксессуары. Можем глушачок навернуть, видали, что? Огонь. Огонь, друзья мои. Опа, на записули. Приглашение для Вована. Ну, я понял. Так, ну все, я прям вообще кайфую. Так, давайте посмотрим, что по оружию. Это у нас прям нулевый вайпер. Так, этот разряжаем, это разряжаем, это разряжаем, это разряжаем, это разряжаем и это разряжаем. Чтобы все выкинуть, но пока вес позволяет таскать. Будем таскать, возможно, будем продавать. Аптечка, аптечка за место сала. Все. А по смысле выбросить? А, вот сюда надо, господи, брат. Так, стой, ну-ка, что еще можем поболтать? Можем с тобой еще поболтать? В лучшее время не любитель языком трепать. Сейчас явно не лучшее время. Пошел ты, говорит. Просто дело недавно в зоне. Не, все, ладно, не буду... Время-то забирает. Так, ну все. Здесь у нас нету, да? Получается. Оба. Здрасте. Забор покрасьте. Короче, лутаем. Все, что не попадя. Все, что не прикручено к полу, забираем, друзья мои. И начинаем сохраняться. До следующей серии. Так, смотрим. Мы его спасли, но почему я не попал в котельную? Почему я не попал в котельную? О! Мне показалось, или артефакт был? Блинский, блин. А у меня, кстати, артефакт достали. Ну, конечно. Ничего нету слова совсем. Нарихуй заряжать не надо. Так. Ой-ой-ой-ой, радиация мутит. Только я так мог додуматься, но с другой стороны, где увидели, что ножиком можно газовый баллон взорвать. Ну, это игра, в принципе. Так, а что опять темнеет? Выброс не двигается, ничего. Ну, в принципе, мы тут все облутали. А-а-а, зайди, заходь, не бойся, выходи, не плачь. Я тебя понял, игра. Так, намеки твои.
5 гранат у меня даже есть. Это что, а есть еще у меня какой-то модный? Модный какой-то, новомодный, нет? А, мне это ты дал, да? Вот этот. Понятно. Понятно, друзья. Так, ну что? Пистолик лучше достань, да? С душечком. Можно по стелсу ходить тут. У кого? Оба взаимодействуют. Сейф, отлично. Аптечка. Огурец можно взять? Колбаса есть, огурец взять. Так, я понял. Надо взорвать этот газовый баллон и пройти туда. Давайте отойдем на более безопасную зону. Место. Да. Работает. Но, друзья, взорви 50-литровый баллон на таком расстоянии, меня бы выкинул с пещеры. Но это игра. Это игра. О, мой бог. Друзья, зверски, ставьте лайки, ваши царские и королевские. Подписывайтесь на канал. Продолжение следует. Не буду утомлять слишком большими и длинными сериями. Посмотрим. Пишите, подлиннейшие серии снимать или такие пойдут. Всем огромное гигантское спасибо. Ставьте лайки.